Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем с вами смотреть расклад на тему, что нам принесет июль. Так. Позиции перед вами вы видите, выбираете. А мы с вами приступим. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. Будем смотреть единички, что вам принесет июль месяц. Кстати, было бы интересно, если бы вы отписались, как у вас прошел июнь. Так, да, сегодня мы будем смотреть по-другому. Мы не будем смотреть на 12 домов. А мы посмотрим общее сначала энергия июля. Какая она? Ага, тяни, толкай. Угу. Так, ну, смотрите, здесь энергия будет такая, в принципе, не движущая вперед, да, будет, возможно, какие-то идеи по поводу того, куда вам нужно двигаться, но здесь причина заключается в том, что вот это вот такое бездвижие, да, что вы как будто бы не совсем понимаете, куда вам нужно двигаться, да, то есть ощущение того, что желаний много, направлений много, возможностей много, а вот куда мне пойти, в принципе, да, здесь нету такой конкретной цели. Здесь, скорее всего, цель будет идти на завершение каких-то вещей, на завершение каких-то дел, чтобы все, знаете, как-то вот закончить, поставить, избавиться и уйти от этого, да, то есть здесь желание будет... С одной стороны, какого-то побега, а с другой стороны, понимание того, что нужно доводить дело до конца, довести какое-то дело, да, довести до ума. Вот. Здесь будет очень много таких идей по поводу планирования, да, что мне нужно, куда я хочу пойти, что нужно сделать. Вот. Но причина такая, знаете, вот энергия больше про то, чтобы завершить, как-то завершить свои дела, закончить. Да, что-то здесь такое будет. Какой-то вот новой энергии, знаете, я не вижу. Здесь, скорее всего, больше энергия конца и больше энергия бездействия. Почему? Ну, вы будете, знаете, как-то плыть по течению. Вот как-то по обстоятельствам. Почему? Спрашиваю, почему мне не показывают? Мне показывает то, что вот ваше какое-то, знаете... То ли нежелание, то ли невозможность как-то действовать, но вы пока находитесь в тех энергиях, в которых вы находитесь обычно. То есть здесь сказать, чтобы какие-то перемены были, да, либо вообще что-то в плане движения нет. Вы идете просто по течению. Такой, знаете, человек такой расслабленный достаточно. Здесь я не вижу какой-то тревожности, да, есть что-то, что вас не удовлетворяет, но вот то чувство, что оно само придет к какому-то завершению. Возможно, вам не нравится вот эта вот как раз-таки стабильность, да, то, что вот ситуация как-то не разворачивается, жизнь как-то не раскрывается. Угу. Очень много четверок, почти вот раз, два, три четверки выпали. Какая-то стабильная ситуация, да, вот как вы жили, скорее всего, в июне, так и будет в июле, но при этом это не будет вас как-то грузить. В чем здесь у вас мысли? Вот еще одна четверка выпала. Да, у вас мысли такие, знаете, в принципе, о расслаблении. Расслабление, отдых. У меня такое чувство, что вам как-то и самим не очень хочется куда-то двигаться и что-то новое такое приносить в свою жизнь. То есть здесь такое ощущение некой готовности. То есть как только появится возможность, да, я ее за нее схвачусь. А сам как-то, чтобы двигаться к чему-то, нет, здесь такого нету. Ну, у вас в нем такое ощущение, что вас не будет это как-то напрягать, да. Такая энергия, знаете, достаточно комфортная, приятная, мне нравится. То есть энергия расслабленная, нету какого-то напряжения, и при этом здесь нету лени, да, то есть такая фоновое спокойствие, достаточно гармонично. Иногда будет ситуация, которая будет выводить вас из себя, конечно же, и вам нужно будет решать чувство, что вот без вас это никак не разрешится.
Вот эта ситуация. Но при этом вот будет раздражение только на то, что вот вас вытащили как-то из вашего комфорта, из вашего удобства, привычного образа жизни. А так какой-то вот тревожности я здесь не вижу. Здесь приятная энергия, вот, поэтому каких-то изменений не будет. Так, давайте теперь посмотрим, на что вам нужно обратить внимание в этом месяце. На праздник, знаете, вот какой-то вот на праздник, на удовольствие, на наслаждение. Видимо, поэтому вы правильно и делаете, что как-то вот бездействуете, да? А здесь вам нужно, знаете, как-то не просто праздно проживать, а здесь вам нужно принять решение, чтобы вот этот вот праздник стал осознанным. То есть не как отсутствие каких-то действий, да, либо бездействия, а умение, скорее всего, наслаждаться жизнью по полной. И сделать это как-то как самоцель какая-то, что ли, чтобы вам... Здесь нужно принять решение и жить в энергиях императрицы. Что это значит? Это значит как-то, знаете, вот более уверенно, да, высказывать свои желания, получать, то есть вот более земной жизнью проживать. Не какой-то там воздушный, там, идеях, мечтах, мечах и так далее. А здесь вот как-то... хочется сказать... А вот по праву наслаждайтесь, вот наслаждайтесь. То есть не так от раза к разу, а здесь, скорее всего, это должно стать вот вашим образом жизни. То есть образ жизни не как ленность, а образ жизни удовольствие от самой жизни, от самого процесса. Да, здесь как будто бы вам не надо себя наказывать ни за что, осуждать не надо как-то вот себя, что чем-то вы не удовлетворены собой. Здесь как-то больше разрешать что ли себе. На это нужно обратить внимание. Что вам нужно разрешить? Что вы здесь себе запрещаете? А здесь можно, знаете, разрешить себе завершить что-то. То есть вы как будто бы себе не можете поставить точку на чем-то. Либо вы не можете разрешить себе быть как-то вот более жесткой. Вы здесь как-то сами себя наказываете, знаете, за что? За какие-то негативные мысли, осуждаете себя, возможно. Если что-то вот вас как-то за свои страхи, за какие-то переживания, волнения, вы почему-то акцент делаете на это. Вы можете себя наказывать за то, что у вас что-то не получается так, как вы хотите, да, то есть ваши желания, ваши цели, может быть, как-то не реализуются. И вот здесь вы себя за это наказываете. Вы не разрешаете себе эмоционировать, да, вот как-то проживать, вот бывают такие моменты, да, хочется поплакать, вы нет, как-то держите себя в визовых рукавичках, нельзя этого делать, это нехорошо. Хотите как-то вот покапризничать и не разрешаете, да, а все эмоции, здесь вам нужно научиться не оценивать эмоции как позитивные и негативные, а научиться проживать любые эмоции. Главное в них не застревать. Вот в чем проблема. Вы можете застревать в эмоциях, а вам нужно просто их проживать. Да? То есть пришла какая-то эмоция, ощутил ее, прожил и все, и отпустил. То есть не залипать в этих. Вот в чем проблема. Вы, наверное, залипаете, вам это не нравится. Вот. То есть здесь не избегать чего-либо, а просто разрешать этому быть, потому что все имеет место быть, оно нужно, оно необходимо, даже если оно не совсем приятное. Так, давайте посмотрим, что у вас будет со здоровьем в этом месяце. Десятка пентаклей. Вы знаете, такое ощущение, что вот вы найдете какое-то решение ситуации, в которой вы долгое время как-то не могли, ходили по кругу, и вот здесь вот придет какое-то решение. Причем эта идея, она может прийти вам как во сне, либо как-то вот в расслабленном состоянии. Вам на здоровье необходимо больше отдыхать, больше расслабляться. Вот эта вот прям вот энергия ваша в этом месяце, она такая направлена на отдых. Может быть, больше в воде находиться, да, там у моря, как-то отдыхать, расслабляться, но не на солнце. Здесь вам водные какие-то процедуры нужны. Либо ваше здоровье будет иметь отношение как-то к эндокринной системе, да, либо
что-то связано с жидкостями. А вообще здесь со сном тоже обратите внимание, либо отдых необходим, либо вам нужно, как-то, знаете, вот не надо перенапрягаться. Не про физически, а про ментально. Как-то вот, ну, не надо думать, надо как-то вот что-то здесь нужно как будто бы еще и забыть. Больше находиться в расслабленном состоянии. Я, вы знаете, еще сказала, перепроверяйте диагнозы, которые вам дают, делают, да, потому что здесь может быть ошибки, да, какие-то вот врачебные ошибки тоже могут быть. А так, в принципе, я не вижу, чтобы какие-то сложности были, кроме жидкостей. Все, что связано с жидкостями, имейте в виду, может быть, даже и отравление, да, что-то попили, но вот все, что жидкое. Вода может быть не совсем хорошая, не совсем чистая. Вот обращайте на это внимание. Не надо вам на солнышке быть, а вот на море, да, желательно бы. В общем, там, где вода, по возможности окунайтесь больше. Ручьи, там, родники, озера. Да, что-то такое. Хорошо, что у вас будет с работой? Ну, вы здесь будете строить какие-то планы. Я не вижу, чтобы здесь было какое-то развитие. Развитие. Здесь, знаете, такое ощущение, что вот у вас просто будет желание как-то отдыхать, да, не хочу ничего делать. Какая-то вот усталость будет, пассивность. С чем она будет связана? Знаете, здесь такое чувство, что я как будто бы устал думать о будущем, о том, как, что меня ожидает в этом будущем. Хочется как-то, какая-то вот помощь вам будет необходима. Что это за помощь? В помощи в реализации каких-то ваших желаний, мечт, идей. То есть вам здесь какая-то помощь нужна будет. Ощущение, что вам ресурсов не хватает, вы устали. Вы устали, и энергия маленькая, маленькая энергия. Ну, десятки, здесь десятки выпадают. Как и в июне. Такое ощущение, что вот вы хотите, знаете, больше убежать. Не что-то завершить, что-то изменить, а вы убегаете. Вы как будто бы не решаете здесь какую-то свою ситуацию. Да, здесь вам нужно сделать переоценку ценностей. Что-то вам нужно изменить в профессиональной сфере. Что нужно будет изменить? Ну, во-первых, нужно перестать переживать, волноваться. Что-то вы здесь страдаете очень сильно по поводу профессиональной сферы. Какие-то страхи, что-то боитесь, переживаете. Все как-то вот у вас не получается так, как вы хотели. Вы как будто бы из прошлого выйти не можете. Из как-то вот, знаете, вот перерождение у вас не получается. Энергии вам не хватает. Смотрите, здесь вот общее, так то, что я вижу уже, да, если вы не измените свою энергию, вы как будто бы, она имеет отношение к профессиональной сфере. Вы не можете выстроить, не пойти в новое, что вам необходимо. Как-то достичь каких-то своих желаний. Если кто-то ищет, например, работу, не может найти, потому что энергии не хватает. Ресурса не хватает, запала мало, очень быстро устаете. А почему вам не хватает энергии? Потому что вы как-то находитесь в дисбалансе. Вы энергию свою сливаете на какие-то страдания, на негативные мысли, на переживания, на волнение. Угу. Вам нужно по-другому начать себя настраивать, вот прям на день настраивать, действительно, реально, убирать все то, что вы как-то вот негативно думаете, может быть, какие-то мысли, новости какие-то вам приходят, что-то здесь поджирает вашу энергию, вы сливаете на это, почему-то вы больше акцент делаете на то, что вот у меня не получается, мне не хватает, вот на недостатки какие-то, не на достоинство, то, что у вас есть, а то, что вам мало, что вам не хватает, вот и здесь... Эмоции у вас забирают энергию, отсасывают. Вам не нужно так сильно эмоционировать. Я и говорила в прошлом месяце, поднимайте свои вибрации. Вам энергию нужно поднять, вибрации, звучать выше.
что нужно для этого сделать, аркан мира, расширять, да, расширять, поработать со своими страхами. Вот мир и луна выпали. Не акцентируйте внимание на тревожностях, да, здесь не нужно тревожиться, вы как будто бы себя настраиваете на неудачу изначально, да, то есть вот здесь вот какое-то мышление, оно приходит, то есть ваши мысли, они приходят на ваше состояние, первичное ваше состояние, ваш настрой, и вот вы как-то вот изначально не верите во что-то, да, что у вас не получится, и вы такие мысли притягиваете, и они вас еще больше угнетают, здесь надо себе больше разрешать, больше позволять, больше мечтать, больше хотеть, то есть акцент на расширение. Знаете, вот когда вы разрешаете что-то себе, вы это получаете. Разрешаете себе больше желать, больше, там, я не знаю, что-то пробовать. Впускайте. Впускайте в свою жизнь. Что нужно впустить? Здесь что-то впустить нужно. Больше общения. Знаете, создавайте вот какое-то движение, коммуникацию, больше разговаривайте, больше ходите, пребывайте в тех местах, где есть люди, где находятся люди. Вам надо себя вытаскивать прям вот осознанно, да, здесь такое ощущение, что вот как будто бы вам кто-то говорит, ну пойдем туда сходим, вы не, я не хочу, вот вам надо пойти через не хочу, преодолеть, здесь какой-то вот потолок вы достигли и преодолеть не можете, вам надо как-то через не хочу что-то сделать. Пойти туда, куда не хочу, сделать то, что я не хочу, преодолеть. Потому что вот вы как-то так разрешаете свою какую-то емкость, да, энергоемкость, вы ее должны расширить. Вот вы доходите до каких-то объемов и дальше не идете. Вам преодолеть, вот преодоление здесь идет через не хочу. Что у вас будет с деньгами? Вы будете работать, работа будет. Работа будет. Ну, пока деньги, да, вот у нас на двоечку, видите, двойка педаклей, двойка кубков. Я сказать не могу, ну, денег мало, давайте так скажу. Потому что все-таки на двойке, ну, знаете, какие-то потребности небольшие, а денег как-то не очень. Денег как-то не очень. Много чего надо будет, какие-то дыры закрывать. Вот, и здесь вот недостаток, отшельник, да. То есть вы закрываетесь, как раз, вот смотрите, здесь ощущение того, что денег нет, поэтому я пойти никуда не могу, я ничего не хочу, потому что без денег двигаться, да, поэтому я буду сидеть дома, вы закрываетесь, а вам наоборот, надо открываться. Деньги придут тогда, когда вы будете открыты, когда вы будете расширяться, когда вы будете что-то делать, создавать вот это вот движение. У вас энергия, она застоявшаяся. Да, спокойно, комфортно, но движения нет. Движения нет, и поэтому ничего не приходит. Вам надо запустить этот внутренний механизм внутри вас. Что у вас будет в отношениях? В отношениях. А вот в отношениях будет все хорошо, потому что, смотрите, выпадает тройка. Вот в отношениях как раз идет расширение. Да? А, тройка пентаклей, тройка кубков, да, и аркан солнышка. Здесь вот как будто бы вы будете наполняться через отношения. Легко, легкая такое, легкая коммуникация, легкое общение, взаимодействие, желание, да, что-то вот выстроить, но то, что будет приносить вам удовольствие, да, то есть то, что будет приносить вам радость, здесь не про серьезное какое-то, не то, что у вас нету серьезности, а вам вот сейчас это не нужно, вы должны напитаться энергии, и поэтому вы эту энергию, да, будете черпать из любви. Вот в отношениях хорошо. То есть давайте посмотрим, у кого есть отношения. Ну, здесь будет такое, знаете, единение. Единение как отражение, да, вот как вы будете поступать, так и партнер, как партнер, так и вы. Здесь будет разрушено, если кто-то, знаете, в отношениях как-то закрывался, да, не желал двигаться дальше, идти дальше в какое-то развитие. Вот здесь вот, я вижу, знаете, какое-то вот позитивное развитие будет. Люди будут выходить из своего какого-то вот, знаете, есть как холостяки, которые не хотят, да, выстраивать отношения. Вот здесь вот как будто бы это будет разрушено, вот эта вот индивидуальность, да. Желание выстроить какие-то стены, какие-то границы, здесь они как будто бы пробьет, и будет желание дальше двигаться. Угу.
дальше как-то прям очень быстро развиваться. Здесь отношения дальше будут развиваться. Прям очень-очень хорошо рождение. Вот какое-то, как-то вот выйдете на новый уровень. Если долгое время не могли, да, то здесь вот те, кто в паре, все будет хорошо. Те, кто в семье. А вот здесь те, кто в семье, вот здесь наоборот, нужно изменить немножечко свою модель поведения, да, потому что она такая, ну, я не знаю, то ли быт уже как-то поднадоел. Здесь вот чувство, как будто бы сами по себе, да, два партнера, вот, но при этом как-то хотим контролировать друг друга, да, как-то вот близости такой душевной нету. Вот, но с другой стороны, вот это, ты куда пошел, когда придешь, да, вот какой-то контроль, манипуляция, но при этом вот как одиночество вдвоем, а вот здесь вот это вот нужно будет вам изменить. Угу. То есть здесь надо принять какие-то решения по поводу того, как дальше вы будете взаимодействовать. Здесь такое чувство, что вот вам нужно, здесь женщина должна будет больше активничать, как-то на себя обратите, пожалуйста, внимание. Такое чувство, что вот по аркану справедливости надо выровнять этот баланс, вы как будто бы сами себе уже стали неинтересны, и поэтому как-то вот не очень интересно и вашему мужу с вами. Может быть, слишком увлеклись детьми, как-то вот... Да, ну здесь дети, либо переживаете, как-то вот на себя не обращаете внимания. Здесь вам нужно стать интересной для себя, чтобы вот эти отношения в семье, они как-то, знаете, снова заново зажглись, да, то есть вот интерес, включить интерес вашего мужа в себя, потому что здесь женские энергии, они очень такие яркие, вы как-то, ну, слишком ушли в заботу, я бы так сказала, забыли немножечко о себе, что вы женщина. Здесь на это нужно будет обратить внимание. А те, кто в поиске, ну, а здесь те, кто в поиске, да, вы как будто бы продолжаете свой поиск, но вам очень страшно, да, здесь вы как-то осторожничаете, балансируете, медленно, тихо, так, знаете, продвигаетесь, здесь вы боитесь, чего вы боитесь? Вы боитесь, как будто бы, знаете, наткнуться на человека, который будет, ну, на некий какой-то вот абьюз, что вы натолкнетесь на человека, столкнетесь либо встретите человека, который будет такой, знаете, очень яркий, страстный, достаточно сексуальный, и при этом вот абьюз, вы, и он вас как будто бы не будет выбирать. Вот здесь вот такие страхи идут. Что вам нужно сделать, чтобы притянуть нормального партнера? Вам делать нужно акцент на... Вот ваша сила, она в любви. Делайте акцент на... Выбирайте, знаете, как-то... Выбирайте любовь, хочется сказать. И любовь не в плане того, что я тебя люблю за что-то, ты меня любишь за что-то, а именно вот это вот состояние, которое вас наполняет, состояние ресурсности, состояние гармонии. Когда вам хорошо, когда вам не надо ни под кого подстраиваться, когда... Вот в отношениях все легко. Вот вы встречаете, вы понимаете, что вам с человеком хорошо, не надо ничего додумывать, не надо ничего как-то объяснять, доказывать. Вот если вы чувствуете эту легкость, если вы чувствуете созвучность, да, с партнером, вот с этим человеком пробуйте как-то выстраивать отношения. Когда, знаете, вот как-то вот такое чувство, что само собой вот как-то вот все развивается, само собой, когда вы не прикладываете какие-то усилия. Вот выбирайте такое, когда вам гармонично, когда вам после встречи с человеком хорошо. Я не говорю о том, что вам радостно и бабочки. А когда вам хорошо и спокойно, когда нету вот, переживаний, позвонит, не позвонит, когда вот все известно, известно в плане, когда нету вот недосказанности, недоговоренности, выбирайте вот такое состояние баланса и гармонии. Это поможет вот то, что будет действительно развиваться, то, что вы изначально чувствуете, что в этом есть какой-то потенциал, будет движение. Не то, что вы придумываете себе, а то, как оно есть на самом деле, да, вот здесь про это. Угу.
где есть какая-то активность, где вы видите, что вы не идете заново по кругу в колесе фортуны, где есть удовольствие, наслаждение, вот где вам хорошо, понимаете, когда при взаимодействии с другим человеком вам хорошо, вы чувствуете его, знаете, вот, ну, вот как родной человек. Не в плане того, что родной, да, я уже такое проживала, и сейчас я ощущаю заново то же самое, нет. А здесь вот в плане того, что вот, знаете, как-то вот вам спокойно, когда нету тревожности. Вот здесь как-то так. Ну, вот такой у меня был первый расклад, да, первая позиция. Так, в принципе, у меня такое ощущение, что как раз вот этот летний месяц ничего особого происходить не будет, вот именно в финансах и в работе, да, единички, потому что у вас было, если я правильно помню, в июне с работы было все хорошо. Вот здесь вот как будто бы июль, он больше направлен на личную жизнь. Так, позиция номер два, красненький камешек, смотрим вас двоечки. Общая энергия. Колесница, движение. Куда же вы движетесь, да? Вы движетесь дальше. Движетесь в будущее, выходите из своего какого-то прошлого, из тех ограничений, которые вы сами себе выстраивали, и идете в будущее и как-то определяетесь, чем вам здесь определяетесь, со своими какими-то ценностями, да, с тем, с какими-то новыми начинаниями. То есть здесь вы как будто бы прям уверенно настроены на то, что вы хотите именно пойти в это будущее, здесь и готовность есть, и вы просто как будто бы уже определяетесь, да, что я хочу, куда я хочу, и делаете это очень-очень успешно, потому что завершает ваш педакль, говорящий о том, что вот это новое, оно уже пришло. Вы уже совершаете первые шаги в это новое. То есть здесь движение уже какое-то пошло. Что здесь с этим движением? Вот еще один рыцарь кубков. Карта движения, да? И королева жезлов. Ну, здесь, смотри, здесь очень хорошо. Очень хорошая такая энергия. Достаточно бодрая, активная. Понимание того, что я хочу для себя. Как я это могу делать? Какие люди мне нужны? Какое окружение? Здесь вы как будто бы выстраиваете свою жизнь самостоятельно, так, как вы ее хотите. Причем в очень позитивном ключе. Мне это нравится. Да, легко, играючи по тройке кубков. Да? Здесь идет обновление вашего окружения. Здесь идет обновление вашего вообще взаимодействия с людьми. Что такое случилось, что вы как-то изменили? А здесь произошло обновление, да, вы перестали тревожиться, волноваться, как-то чего-то бояться. Здесь вы пересмотрели свои собственные желания, да, то есть как вы хотите взаимодействовать с другими людьми. Может быть, здесь почистили, здесь вы как будто бы почистили свое окружение, убрали ненужных вам людей, да, те, которые у вас съедали энергию, те, которые вас обесценивали, это было очень важно, вы их убрали. Вот, и произошло обновление, обновление вас, обновление как следствие и тех людей, которые вас окружают. У вас появились новые люди? А, это был ваш выбор, я не могу сказать, что вот они появились сами по себе. А, здесь может быть, смотрите, как вариант, да, если у кого-то было рождение ребенка, то здесь как будто бы окружение сменилось вот в силу того, что вы стали мамой. Люди появились, ну, мамочки, да, семейные люди, люди либо в статусе, вот такие, как вы. То есть у вас поменялось, ваш поменялся статус, поменялась ваша жизнь. Вот, и здесь поменялись и люди вокруг вас. Абсолютно другие стали люди. Опять-таки, если, допустим, ну, не было рождения детей, то здесь как-то сменился статус, и из-за статуса сменилось ваше окружение. Не знаю, может быть, новую работу нашли.
да, но здесь появились женщины, причем женщины появились, даже если вы мужчина, да, здесь появились женщины, которые умеют зарабатывать, женщины такие, знаете, вот с хорошей энергией. Здесь не про домохозяйство, а здесь такие, знаете, люди с какими-то вот такими благостными энергиями, да, то есть в их окружении чувствуешь себя очень хорошо. Прям окружение людей с деньгами, вот у меня такое ощущение. Какой-то вот богатые люди, да, либо богатые люди на дух, либо богатые люди вот именно материально, финансово, как-то вот изменилось. Может быть, переехали в какой-то богатый район. Вот, и вот это вот ваше внутреннее ощущение, восприятие, что здесь вот, знаете, по крайней мере, дороги чистые, ровные, нету мусора, нету вот этого вот нищеты. Да, вот здесь вот и из-за этого ощущение какое-то вот такое благостных каких-то энергий. Хорошо, на что вам нужно обратить внимание в этом месяце? На новые начинания, на возможности, на свои собственные желания. Да, здесь появятся возможности. Прям месяц очень-очень хороший. Здесь и туз жезлов, и десятка кубков, и аркан мира. Новые возможности у вас появятся, да. Прям вот получать удовольствие, наслаждение. Здесь как будто бы вот вы жизнь действительно поменяли. Даже если вы не переехали никуда, здесь вот как-то больше хочется, вот не хочется говорить слово, вот знаете, вот все хорошо, вот в моей жизни все хорошо, давно так не было, вот давно так не было, я не знаю, что, с чем это связано. Такое вот прям ощущение, что очень-очень давно мне так не было хорошо, вот прям легко на душе, да, то есть, допустим, если вы идете на работу, прям идете с удовольствием, если вы что-то вот делаете, вот здесь вот как будто бы с удовольствием, не из-под палки, а вот прям вот хорошо, нехорошо. Не знаю, какое-то вот наслаждение, удовольствие. Новые люди, окружение. Такое ощущение, что кто-то в музей уходил. И вот после этого как-то такой в музей какой-то сходил, и вот как-то хорошо. Давно, такое чувство, что давно я там не была. Либо, знаете, вот как-то в театр сходили. Ой, давно я там не была. И вот это вот какая-то вот такая энергия очень, очень позитивная. То есть вы куда-то сходили, где вот было богато. Богато, роскошно. Не знаю, может, гости кому-то пошли, может быть, свадьба была. Причем свадьба такая, знаете, вот богатая, там, я не знаю, там, на 100 человек, там, на 200 человек. И вот это вот прям ощутилось, деньги прям, знаете, вот ручьем, не знаю, вот деньги собирали. Вот у меня такие, знаете, ощущения вот восточные, да, какая-то свадьба, где деньги дарят. Вот свадьба, где дарят деньги, не подарки, а деньги. Вот прям как у цыган, да, вот деньги, вот, не знаю, что связано здесь с деньгами. Вы как будто бы купаетесь в деньгах, я не могу понять. Но вот это вот такое вот ваше ощущение. На что вам нужно обратить внимание? Вот на эти энергии, прям, которые к вам пришли, старайтесь больше находиться в них, аккумулировать, генерировать. Да, у вас появилось больше силы, больше энергии, вот из-за того, что я не знаю, что вы сделали, вот здесь перерождение по суду было, что-то вы сожгли, что-то вы убрали, и вот на это место пришло что-то новое такое очень, то, что вас наполняет энергетически, и вот на это приходят к вам деньги. Что у вас по здоровью? Мне почему-то хочется сказать, что здесь у кого-то беременность. А если не про беременность, да, то здесь, в принципе, хорошо, но мне хочется сказать алкоголь, будьте аккуратнее. Опять-таки, если, например, там, как оно там, праздники какие-нибудь, там, свадьба, дни рождения, крестины, там, где вот сборище большое количество людей, и вот где много алкоголя, будьте аккуратны. Здесь может пройти, знаете, какая-то отравление, токсикация, вот токсикация. Даже если это не алкоголь, вот с токсинами здесь что-то мне идет, какое-то отравление, токсины. Может быть, фрукты тоже какие-то, яблоки, да? Фрукты, здесь какие-то фрукты, тоже будьте аккуратны. Не пробуйте то, что вы ранее не пробовали. Потому что здесь у меня идет какое-то отравление. Что-то токсичное. Могу понять, то ли это еда, то ли это напитки.
Но здесь аллергии тоже, но в меньшей степени. У кого-то может быть аллергия на какие-то фрукты. Имейте в виду. А здесь еще, знаете, что может быть? Вот эти всякие насекомые, укусы, комары. Там, я не знаю, если у кого-то есть аллергия, куда ходите, да, берите с собой там необходимые лекарства, препараты какие-то, да, чтобы себе как-то обезвредить. Потому что вот здесь вот что-то, как, знаете, вот как малярия. Укусы каких-то комаров, насекомых, что-то здесь такое. Ну и по мелочам, знаете, как-то вот порезаться можете, уколоться чем-то, что-то вас может укусить, вот такое. Будьте внимательны, насколько можно быть. Так, что у вас с деньгами? Вот мне прям интересно. С деньгами у нас здесь хорошо, идет расширение. Какие-то вот идеи воплощаете, да, уже получаете какие-то первые свои результаты, то, что делали, то, что у вас получалось. Вот здесь вот опять-таки вышел повешенный, я спрашиваю, что это по повешенному, у нас здесь восьмерка кубков, вы как будто бы ушли от этих страданий и переживаний. Да, переживания вот по поводу денег, которые у вас были, да, вы их как будто бы оставили позади. Я говорю, здесь какое-то перерождение. Угу. Успокоились, просто успокоились и перестали суетиться и как-то заново посмотрели на тему денег. И у меня такое ощущение, что вот здесь продажи пошли хорошо. Если для кого это актуально, угу. То есть то, что не продавалось, не продвигалось, да, здесь хорошо. Здесь какая-то активность появилась, да, то есть появились клиенты. Хорошо, что у вас с работой? Ой, смотрите, и с работой тоже так хорошо. С работой здесь как будто бы появился какой-то шанс, возможность заключения новых каких-то контрактов, договоренностей, коммуникации. Здесь вы как будто бы стали более уверены, да, и вас уже не напрягает столько и конкуренция. Здесь вы уже можете договариваться, да, уже нет вот этого вот страха того, что что-то вас ограничивает. Вы уже как-то, знаете, более уверенно, что ли, идете к своим мечтам, к своим надеждам. Хорошо. А что у вас в отношениях для тех, кто в поиске? Солнышко. Новое начинание, даже, знаете, не то, что начинание, а здесь такое чувство, что какой-то человек из прошлого, которого вы давно знали, не обязательно с тем, с кем вы расстались, а этот человек, которого вы очень хорошо знаете, он как будто бы заново появится на вашем горизонте. У вас с ним, может быть, раньше что-то не получалось, не развивалось, да, были какие-то обманы, хитрости. И вот человек снова вернулся. Угу. Знаете, тот человек, с которым было все как-то неопределенно, непонятно, и вы оставили его, вот, и здесь появление этого человека. И что будет с ним? Дьявол. Здесь будет возможность, шанс пойти дальше. Возможно, человек как-то вот пересмотрит и захочет взять... Ну, более ответственно подойти в этот раз. То есть здесь, я не могу вам сказать, дать ему шанс или нет, но здесь шестерка мечей говорит о том, что если вы измените свои убеждения и то, как вы ранее взаимодействовали с этим человеком, измените модель поведения, то велика вероятность, что вы сможете пойти с этим человеком дальше в новое. Для тех, у кого вообще никого нету, король мечей, да, здесь появляется человек, с которым, да, возможно, отношения. Я не говорю, какие серьезные, не серьезные, но эмоции здесь есть. Да, будут к этому человеку, королю мечей. А для тех, кто в паре. Для тех, кто в паре очень долгое время ждет, чтобы что-то там развивалось с этим кубковым королем. Что все так тянется, какая-то тягомотина, ничего не происходит, ничего не развивается, кризисы, сложности, трудности какие-то, что там переживаете, волнуете. Боже, эмоции, 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 и идет разрушение. И что потом?
А потом обновление. Вот потом, то есть здесь такое ощущение, вы пройдете, как это, знаете, либо уже проходите, либо уже прошли какие-то круги кризисов, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Вот, и это все должно будет разрушиться. Вам нужно будет это разрушить для того, чтобы выстроить такую хорошую систему взаимоотношения с этим человеком. Для того, чтобы произошло обновление, и вы заново. Здесь надо заново выстраивать отношения на такой более земной, как хочется сказать, что-то такое стабильное, да, что-то постоянное. Здесь земные ценности должны быть. Ну, например, сколько ты зарабатываешь, сколько я зарабатываю, как мы где будем развивать отношения дальше, будет ли у нас семья. Ну, то есть такие земные понятия нужны, не эмоции, там, любовь и все такое, а более что-то такое весомое на основе ценностей. Здесь заново, вам абсолютно заново надо выстраивать. Убрать вот эти кубки, вам здесь кубки не нужны. Здесь какая-то, вот, хочется сказать, какие-то договорительные отношения должны быть выстроены. На основе, ну вот реальные, прагматичные. На основе, вот что ты делаешь, что я делаю, как дальше, вот что-то такое. По-другому, здесь по-другому. Те, у кого, те, кто в семье. А те, кто в семье, знаете, здесь такое ощущение, что будет много работы, да, ваш муж, либо если вы являетесь мужем, вы здесь будете очень много работать, да, там, как хочется сказать, да, на благо каких-то перемен, трудностей, сложностей, которые у вас были в семье, здесь как будто бы человек такой достаточно ответственный, вот, и он должен решить задачу, да, в семье. Вот, и здесь очень важно, как-то вот он, правда, самостоятельно здесь мужчина принимает решение, вот, но для него это важно, да, как-то вот решить семейные какие-то задачи, проблемы, быть победителем, да. Вот здесь какой-то такой, знаете, достаточно патриархат, и вот мужчине важно решить какие-то задачи. Здесь вот акцент больше на мужчину. Мне женщину даже не показали в семье. Больше мужчина, и он больше акцент делает на заработок. Потому что здесь такое чувство, что вот как будто бы ваш мужчина принял решение, что как-то необходимо изменить финансовое положение, либо решить какие-то задачи. Как-то вот ответственно очень подошел, хочет какой-то другой жизни для вас. Не для себя, а вот именно для семьи, для вас, какой-то более гармоничный, сбалансированный. Вот он что-то там надумал себе, и вот он будет работать над этим. Вот такая была вторая позиция. Так интересно. Я ощутила себя, знаете, как таролог, который рассказывает, делает расклады на отношения. И прям меня так заземлило, это заземлило. Из психологических каких-то сценариев, психоанализов, которые было свойственно мне, здесь я как-то заземлилась, мне как-то аж тяжело стало вот в этой позиции. Да? То есть я начинала с какой-то легкости, а закончилась, что здесь вот прям какие-то энергии такие тяжелые, тяжелые. Прям труд, отношения, надо трудиться. Вот здесь что-то такое. Ну, прикольно. Так, позиция номер 3. Зелененький камешек, троечки. Смотрим вас. Энергия июля. Еще переключусь. Прям такая тяжелая позиция, двойка. Начиналось так хорошо, когда шли до отношений. Я прям... Жесть. Так, тройки. Ваша энергия, Юля. Угу. Опять вошли в какие-то новые трансформации. Здесь у тройка вы как будто бы энергия будет, Юля, такова. Нашли силы в себе уйти от каких-то разочарований и что-то изменить. Здесь вот прям такая сильная, мощная энергия нашла в себе силу преодолеть вот какие-то разочарования прошлого.
Да, выпадают великие арканы, разрушение здесь идет. Вы идете прям, знаете, так хорошо настроены на будущее, на перемены. Каких перемен вы хотите? Каких перемен? Вы хотите какой-то, знаете, вот определенности в плане материального, да, либо как-то вот в статусе, либо если это связано с профессиональной сферой, ну, помимо денег, да, четкого понимания, да, как я буду зарабатывать, что я хочу, и вы хотите приумножить то, что вы уже имеете. То есть здесь как-то человек, да, десятка пентаклей, вы как-то настроены, знаете, очень хорошо на материю, на выстраивание системы. То есть если я какие-то изменения хочу в своей жизни, я четко понимаю, как я хочу, что я хочу. Здесь вот у меня энергия такая, знаете, я настроен, ты пошел, да, куда ты пошел, да, я знаю, знаете, вот человек, который взял рюкзак, все, я пошел покорять горы. Я готов, я взял весь необходимый мне инструментарий, у меня есть карта, у меня есть компас, я знаю, куда я иду, я готов вкладываться, мне никакие трудности не являются преградой. Вот я четко понимаю, что я хочу. Либо здесь такой, знаете, настрой, я хочу увеличить свой доход, мне нужны больше денег. Вот вы сели, подумали, что я должен сделать, как я должен сделать, вот вы начинаете делать, да. Там все расписали, все поняли, прям вот четко, конкретно, понятно, по полочкам, вот прям определились. Хорошо, на что вам нужно будет обратить внимание в июле месяце? Опять педакли, боже, только уже семерка педаклей. А нужно обратить внимание на то, что вы долгое время от чего-то ждали, да, возможно, вы ждали повышения, либо как-то изменить свой статус, изменить какие-то здесь были, знаете, вот вы долгое время ждали подходящего времени для того, чтобы как-то реализовать свои желания, для того, чтобы реализовать, как-то поставить себе какую-то цель. Вот, хочется сказать, если вы долго ждали и ждали какого-то знака, вот это есть знак, да, что время пришло. Вот сейчас время пришло, пришло время действовать, пришло время реализовывать как-то свои идеи, свои какие-то задумки. Вот для вас как будто бы горн прозвучал. А вот время пришло, да, делай. Как-то вот, знаете, как в легкоатлетике, да, на старт внимания Маши, выстрел пистолета, и все побежали. Вот здесь вот этот выстрел пистолета наступил, то, что вы долгое время ждали. Обратите на это внимание, вам нужно это уже делать. Угу. Идти к этому, идти в этом направлении. Угу. Королева жезлов здесь. Здесь ощущение вот от этой позиции, да, такой вот какой-то уверенности. То есть не сомневайтесь. Вот обратите внимание на то, что вам не нужно сейчас сомневаться. Не сотрясайте пространство своими сомнениями. Но у вас вот прям, знаете, так, главное, хочется сказать, чтобы хватило запала. Потому что вы так хорошо настроены. Вот прям главное не сойти с дистанции, не отвлекайтесь, не обращайте внимания по сторонам. Вот здесь вот ощущение, что лошади одели шоры, она бежит, не снимайте эти шоры, потому что они будут вас отвлекать вот от внешних каких-то шумов. Вам нужно дойти до своей цели. Вот прям настройтесь, свои силы распределите таким образом, чтобы не было так, что вот начали за здравие, окончили за упокой, чтобы вот все равномерно было. И вот на это вам нужно. Двигайтесь, идите. Вот хочется сказать, то, знаете, вот у меня такое ощущение, что я не хочу головой двигать, да, как будто бы я боюсь потерять концентрацию. Потому что такое ощущение, что если я чуть голову отведу, допустим, влево-вправо, я как будто бы свой фокус теряю. Но здесь вы прям сконцентрируйтесь и идите к своей цели. Вот на это обращайте внимание. Не распыляйтесь, не сотрясайте с неуверенностью пространство. Идите. Как этот в фильме в союзном Алиса, да, там Алиса, иди куда ее там звали, эти инопланетяне, иди на голос, иди на компас, как-то что такое, Алиса, иди туда, вот здесь как-то так, иди на голос, да, иди за своей мечтой, иди к своей цели, вот что такое. Хорошо, что у вас будет со здоровьем? Король мечей. А здесь могут всплыть прошлые какие-то раны,
травмы, если у кого-то здесь могут быть операции, да, как-то связанные с костями, тоже могут быть такое. Какие-то хирургические вмешательства. Зубы, может быть, кто-то лечит. Либо может быть обострение астмы. Знаете, как не смешно, здесь кто-то может простудиться. Вот, причем так достаточно серьезно. Может быть, этот ковид, да, у кого-то опять так проснется. Как он там? Корона? Коронавирус? Ковид, да? COVID. Ладно, микробы какие-то. Вот, но у меня здесь почему-то идет, вот кто-то здесь для себя назначил какую-то операцию. Сложная операция. Сложная операция. Такое ощущение, что вот прям не один человек будет оперировать. Причем какая-то многочасовая, 3-5 часов идет. Мне не показывает здесь исход операции, если это для кого-то важно, но вот прям какое-то серьезное хирургическое вмешательство. Но это запрограммированное, это не то, что это случайно, вдруг с вами что-то случится, нет. Если кто-то знает, здесь такая серьезная прям операция, серьезные врачи здесь будут. Ладно, что еще здесь по здоровью? Боже, в каждой позиции у меня на здоровье выпадает семерка кубков. Что здесь происходит? Я не знаю с этими семерками кубков. С водой. Если вы поедете в отпуск в Египет, будьте внимательны, что вы пьете. Не спрашивайте меня, почему я сказала про Египет. Будьте внимательны, какую воду вы покупаете. В каких водах вы купаетесь. Здесь может быть аллергия. Вы где-то искупаете, я не знаю, источник грязный будет, какая-то речка грязная. И вот здесь у меня, знаете, если в других позициях были там отравления, что такое токсичное, а здесь у меня высыпь какая-то у вас будет. Прям, знаете, как этот, как псориаз, а как вот обострение какое-то, вот кожное, что-то такое, вот от нечистой воды. Угу. От грязной воды. Вот хочется сказать, как этот, гадалки, бойтесь грязной воды. Боже, во второй позиции я была такая серьезная и тяжелая. Здесь хочется шутить с вами, ну потому что такое, я себя так это ощутила, как гадалка. Обратите внимание на грязные воды. И на кожу. Какая-то сыпь, да, здесь вот на этом. Ладно, так, смотрим дальше, что вас ожидает. А здесь еще, знаете, у кого может быть здесь по здоровью, что может быть? Если у кого-то есть огороды, и то, что вот вы поливаете, да, водой, здесь такое чувство, что вот мне как-то вот показывает, у нас в Ташкенте были арыки. В России эти арыки, по-моему, как-то по-другому называются. Ну, типа канавы или как-то так. Ну, в общем, такое. Что-то как канава. И оттуда почему-то берется вода для грядок, для полива. Вот в ней очень много химикатов. Имейте в виду, что если вы этой грязной водой будете поливать фрукты, либо овощи, не фрукты, в овощи мне показывают овощи, у вас какие-то помидоры застряли, я на третьей позиции на помидорах, не знаю почему. Либо огурчиках. Вот имейте в виду, что здесь какие-то химикаты могут попасть, а потом вы это съедите. Вот, то есть проверяйте, чем вы поливаете воду. Почему мне здесь идут какие-то химикаты? И вообще, если еще посмотрите, откуда воды берут. Вот мне идет, я не знаю, как водосток какой-то, вот как канава какая-то грязная. Может быть, там, где вы живете, есть. Здесь показана канава, и рядом с ней много мусора. И вот какая-то огроменная труба, мощная такая, вот из нее выходят какие-то токсины, вот химия идет какая-то. Может быть, вы живете там, вот в каком-то таком месте. Не знаю. В общем, проверьте. Здесь вот на это обратите внимание. Такое ощущение, что вот кто-то в поле ворвался и говорит, скажи про это. Что у вас будет с финансами? Десятка мечей.
отшельник. И хорошо, хоть шут перекрывает это все. Завершение, знаете, завершение из ваших каких-то раздумий по поводу того, как вы будете зарабатывать. Какие-то идеи нашли? Решение. А, небольшая сумма денег. Я не вижу здесь большую сумму денег. Маленькая сумма. Но будет. Деньги будут. Но в маленькой сумме. Здесь как будто вы ищете новый способ заработка. Здесь такое чувство, что очень много прям вот ответственности. Деньги здесь действительно важны, потому что выпало 4 прям аж великих аркана. Финансовый аспект для вас он важен. Много денег не будет, но деньги должны приходить к вам как-то по-новому. По-новому, не знаю. Найдите какой-то вот другой способ, другой какой-то вот источник. Здесь, может быть, пришло время вам подумать о самостоятельном заработке, потому что все-таки император говорит об индивидуальной работе, не на кого-то, не наемную, а как-то вот, может быть, вы думали о том, чтобы как-то открыть свой бизнес, либо здесь вот какой-то более серьезный мужской подход должен быть в заработке денег. Четкое понимание ваших доходов, расходов. Здесь какая-то серьезность. Вот мне фонит какой-то серьезности, я не могу понять. Какая-то вот ответственность. То есть заработок здесь не идет в плане, знаете, вот как на развлечениях, на каких-то услугах. Нет, а здесь вот какая-то тема идет, вот банковская, вот что-то связанное с системой. Строгость, дисциплина там, где есть. Вот что-то, деньги оттуда. Я не могу понять. Либо вы как-то вот пересмотрите то, как вы зарабатываете, как-то по-другому дисциплину включите, либо вам надо обратить на это внимание. Здесь как-то, знаете, вот как в бухгалтерии. Вот все должно быть как в бухгалтерии. Четко, ясно, понятно, прописано. Вот что-то такое у меня идет с деньгами. Может быть, отчет какой-то даете кому-то по финансам. Не могу понять. Но вот здесь вот так, как было раньше, уже не будет. Вот здесь уже завершение прошлого и какое-то обновление в плане именно финансов. Более сбалансировано. Вы как-то, знаете, серьезно нацелены. Я же говорю, вот это вот ваша общая энергия на то, что да, я готов, вот прям сфокусирован точно. Вот здесь как будто бы вот ваша, вы свою вот эту энергию, да, сфокусированную, концентрированную направляете на зарабатывание денег. Но здесь вот поэтому такая энергия очень, знаете, вот как у военных, да, вот как марширует. Левый, правый, левый, правый. Вот как-то вот так конкретно, да. Сегодня я делаю это, завтра я делаю вот это. Здесь я получаю, здесь я отдаю. Вот у меня, знаете, как это, как на заводе, чеканные монеты, да, как-то вот монеты отчеканивают. Вот прям вот звук этой монетки, цук-цук, вот она падает как-то. Причем металлическая, не железная бумага, а вот и металлическая. Что такое? Кап-кап-кап. И деньги к вам будут так приходить дозированно, но постоянно. Знаете, монетка, 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 монетка. Вот как-то так. Что у вас будет с работой? Здесь вы как будто бы рискнете, знаете, нет, здесь даже не риск, а здесь осознанное решение того, что я хочу расширяться. Я хочу расширяться, я хочу получить то, что я хочу любой ценой, да, то есть если есть какая-то должность, я ее получу, потому что я так хочу. Если я хочу работу найти, то я принимаю четкое решение, что я готов, все, я уже начинаю что-то делать, там рассылать свои там, документы, заявления, не знаю, как это. Эссе свое, да, кто я, что я, как там правильно, не знаю. Вот здесь прямо четкое такое принятое решение, что я хочу пойти в расширение. Вы как будто бы, знаете, не обращаете внимания на те волнения, страхи, переживания, которые у вас есть внутри, вы продолжаете идти. И вот этой, знаете, своей настойчивостью, упертостью вы выходите из сценария, и приходите к двойке кубков, гармонии. Вот здесь я говорю по всем сферам, сейчас я еще посмотрю про отношения.
вы преодолеваете какие-то трудности только вот своим вот этим настроем, да, как-то вот я продолжаю идти, невзирая ни на что. И вот, как, вот это помогает вам как-то преодолеть себя. Вы как будто бы не обращаете внимания на трудности, на сложности, на усталость, на какие-то преграды. Нет, вот вы как танк прете, вот здесь вот прям такая энергия танка мне идет. И это помогает вам выйти из вашего колеса, из вашего сценария. Какого сценария, что с одной стороны, ну, я как-то вот как маленький ребенок капризничаю, но я очень хочу получить то, что я хочу. Да, вот то, что вы переживали, волновались, вот эти вот все волнения, они уходят. Просто, знаете, вы как-то настрой свой сменили и не обращаете на... Они есть, никуда не делись ваши волнения, но вы как-то уже, знаете, как-то как на маленького ребенка, да, как такой, цуц, молчи. Страшно? Знаю, пойдем. Как-то вот здесь вы, может быть, сами себе так говорите, да, начинаете внутри себя как-то переживать, волноваться и сами себе говорить, молчать, все будет хорошо. Здесь как-то такая энергия, да, цыц, молчи, вот это вот молчи, еще так пальчиком, знаете, пригрозите, все будет, пойдем, не переживай, да, соберись, нюня, не плачь, пойдем дальше как-то так. Хорошо, что у вас будет в отношениях для тех, кто в поиске? Ну, вот здесь вот видите, вы тоже, те, кто в поиске, нацелились на то, чтобы выстраивать отношения. И вот прям, знаете, в таком хорошем настроении, да, я готов, я готова, я открыта. Прям вот поставили себе цель, я хочу пойти в отношения, которые могу дальше развивать, выстраивать. И вот, и здесь вот прям такой огонек. Напоминает мне, особенно если вы женщина, знаете, так это, как на свидание, когда идешь, так, накрасилась, приоделась, и идешь такой легкой походкой, в хорошем, прекрасном настроении, в предвкушении чего-то такого хорошего. Вот здесь вот такая энергия будет. Не знаю, найдете вы партнера или нет, но вот прям намерение вот прям очень хорошее такое, знаете, позитивное. Позитивное. Для тех, кто в семье, кто семейный. Вот кто в семье, здесь у вас какие-то трудности, идут сложности. Сложности с деньгами, кризис, переживания, волнения. Что же вы так переживаете? Ну, смотрите, здесь кто-то за детей переживает. Да, либо что-то не происходит, либо денег не хватает на детей, либо у кого-то ребенок больной, да, и вот как-то, ну, все деньги уходят на лечение. Либо здесь, ну, в общем, переживания какие-то. Больше склоняюсь либо из-за детей, либо из-за денег. В семье денег не хватает, устали. Устали от трудностей, сложностей, хотите уже что-то такое, чтобы случилось, какая-то уже возможность, чтобы что-то изменилось. Все тяжелые карты выпадают на вас. Все. Трудности будут. Давайте так скажу, у вас будут проблемы какие-то с финансами. Очень сильно переживаете прям по поводу того, что как не можете решить свою задачу. Что-то не можете, да, вот как-то выйти, ну, связано, ощущение того, что связаны по рукам, по ногам, ступор какой-то, куда-то там, знаете, вот неоднократные разочарования, сложности, вот одно и то же, одно и то же, одно и то же. Хочется отдыха, хочется какой-то легкости, но вот чувство, что вот вы как-то из своего дьявола, вы его не проходите. С чем связан здесь дьявол? Вы не... Здесь нету завершения какого-то. Связанное как-то с обязательствами. Угу, чтобы пойти в новое. Все, я поняла. Здесь, смотрите, если у вас особенно дети есть, знаете, такое ощущение, что я уже устала там на обучение, там, либо если это лечение какое-то, вот много денег туда уходит. Либо
я не знаю, какие-то вот обязательства. Вот эти вот обязательства, они вас уже достали. И здесь вы не можете выйти из этого, потому что, ну, надо как-то вот, чтобы цикл завершился. Там, я не знаю, дети там закончат, например, там 12 класс, 10, 11, не знаю, сколько там учатся. Вот, и потом как-то станет полегче. Вот такое ощущение, что вот этот период должен какой-то там пройти, а потом станет полегче. Но вы никак не можете повлиять на это. И вот это вот вас уже достало. Какой-то вот кризис, вот знаете, там, не знаю, в учебу вкладываетесь деньги, либо, ну вот что-то для других, не для себя. И здесь вот ноша какая-то тяжелая, усталость идет, но пока не пройдет цикл, тот, который нужен, вы как-то вот не выберетесь из этого. Но цикл-то большой, и вот вы продолжаете как-то, ну, очень переживать. Переживать, волноваться там за детей, за внуков. Здесь не о себе, здесь не о вас. И даже не о муже или жене. Здесь вот какие-то третьи лица, за которых вы переживаете. Те, кто в паре. Ну, вообще просто в паре. Просто встречаются в паре. Да, у вас все хорошо, четверка... педакли, как было, так и было, да, вот все хорошо, наслаждаетесь, получаете удовольствие, да, есть какие-то ссоры, есть какие-то конфликты, но они больше, здесь, скорее всего, как некая такая притирка, узнавание себя, узнавание другого человека, у вас даже это где-то в какой-то степени развлекает. Хорошо, вот здесь вот хорошо, прям туз жезлов, четверка жезлов, такой, знаете, позитив. Позитив, отдых, хорошо, встретились, повеселились, пообщались, разошлись. Если для кого-то важно перейти на другой этап, да, вот совместного проживания, то да. Брак нет, но совместное проживание, да. Вот, такая у меня была и третья позиция. Пишите, у кого как отыгрывается в прошлом месяце, отыгрывается ли, мне интересно, потому что чем больше я делаю такие расклады, тем больше у меня... появляется уверенность, и мне кажется, я лучше говорю. С каждым месяцем все лучше и лучше. Да, опыт приходит. Хотя я не очень люблю предсказательную систему. Продолжаю ее не любить, да. Вот, но все равно это тоже моя зона комфорта, и ее нужно расширять. Потому что я все-таки люблю психоанализ больше. Считывание сценариев. Ну, потому что у меня это хорошо получается. Вот. А с прогнозами как-то сложнее. Так, выдохну, устала. Устала энергетически, вот прям чувствуется усталость. Прощаюсь я с вами до новой недели. Пожелаю вам всем отличных выходных. Спонсором, если не забыла, то спонсорский расклад выслала. Еще раз напоминаю, что даже если вы не являетесь спонсором, но хотите приобрести любой спонсорский расклад, он стоит 400 рублей, пишите мне на почту в разделе «Сообщество». Если я не ошибаюсь, 2-3 расклада поста вниз прокрутите, вы увидите пост для спонсоров, и там я вложила список тех спонсорских раскладов, которые я уже делала. Вы посмотрите, если вам что-то нравится, что-то вам интересно, напишите мне, Елена, не хочу этот расклад. Стоит 400 рублей, оплачивать, я вам скажу, как оплатить. Вот, и я вам дам ссылку, посмотрите. На этой неделе у нас была тема «Связь с отцом». В прошлый спонсорский расклад был «Связь с матерью». Очень интересно, так познавательно. Вот, все спонсорские расклады на одну позицию для такого более серьезного углубления. Вот, по-моему, сказал все. Прощаюсь с вами. До следующей недели. Всем пока-пока. Обнимаю.